Итак, друзья мои, следующий лот называется, знаете, как у нас? За 16 секунд мы готовим настоящий винегрет, свеклу. Я опускаю туда картофель, морковь еще, опять свеклу и, конечно же, огурец. Смотрите, за 16 секунд я приготовил 4 порции. А вы за сколько готовите? За сколько вы стараетесь? Итак, отправляем. Знаешь, что мне напоминает это все? Предновогоднюю готовку. Предновогоднюю. Вспомни, оливье резать, да. Сколько винегрет резать, сколько, да это же просто вот такой срок, который нужно, ну вот такое количество времени, которое нужно просто отдать из своей жизни, вынуть для того, чтобы накрыть новогодний стол. Совершенно верно, Оля абсолютно правильно говорит, а я за 12 секунд приготовил, посмотрите, какое большое количество салата. Потрясающе. Сколько вы тратите? Итак, ну, блендер... минут 20 я бы точно потратила на это все. А блендер кубы... от компании Scarlett с мощностью 1200 ватт сделал это за 12 секунд. Вы представляете, идеальная нарезка винегрета. Итак, друзья, сегодня ваша скидка 2240 рублей. Вы ее получаете, делая заказ только сегодня. Вот это очень важный момент. Завтра такой скидки не будет. Блендер Куба просто абсолютный хит. Я помню момент, когда он впервые появился у нас в эфире. Да, было такое. Это был, смотрите, представь себе, коридор телеканала Shop & Show. Олег Сотников бежит с огромными удивленными глазами. Ко мне, хотя не я с тобой работала, да, в тот день, но ты ко мне, помню, бежал со словами: «Оля, у нас такое!» Представь себе, инновация, которая может порадовать даже шеф-повара, вас тем более порадует. Просто попробуйте, насколько это удобно, насколько это комфортно. Но, стоп, ты хочешь сказать, что этот блендер предназначен только для нарезки салатов? Дело все в том, что он предназначен не только для нарезки салатов, он предназначен и для приготовления поджарки. Вот сейчас я сделал нарезку, узнаете на что? Селедка под шубой. А я думала, борщ. И борщ, кстати, борщ тоже. Смотрите, показываю. Это был личный ваш помощник. И не только в празднике, но и на каждый день. Да, кстати, в преддверии Нового года это очень важный момент. Но, будьте, пожалуйста, внимательны. Вот, Олег, я все время призываю наших телезрителей смотреть на цену. Во-первых, она с учетом скидки, а во-вторых, капельчики не хватает до доставки. Вот буквально чуть-чуть. Я бы, конечно, предложила в комплект спецпредложения дня чудо-печь мистер, и весь комплект придет к вам с бесплатной доставкой. Напомню, цены скоро пересчитаются в преддверии Нового года. Сейчас пока мы просто силой держим цены 2015 года. Олечка, я тебя хочу еще удивить. Давай. Колбасная, сырная нарезка, овощная и фруктовая. Раз, два, давайте. Так, все засекают. Таймер. Поехали. Поехали. Раз, два, три. Поехали. Раз, два, три, четыре. Все. Пять. Все. 5 секунд. При 5 секунд я потратил на приготовление овощной нарезки огурца. А теперь у меня к тебе вопрос. Сколько ты тратишь для приготовления огурца? Раз 15 дольше я бы его резала. Слушайте. Вот. Вот она, идеальная нарезка. Посмотрите, вы это выкладываете на бутерброды, либо на нарезку, конечно же, овощному, к Новому году. День рождения, впереди очень много праздников. Магазины все будут, конечно же, закрыты. А как вы много нарезаете? Олег, вот ты правильно сказал, впереди много праздников. Да. Мы целые полгода сейчас будем отмечать тот или иной праздник. Нужно быть во всеоружии. Итак, друзья, 3999 рублей – это та цена, которая больше никогда, к сожалению, не вернется. Я напоминаю, что оплата товара только при получении. Вы получаете свой блендер Куба. А Олег от него был в восторге. Я до сих пор помню. Да. Коридор Shop & Show. Это Олег мой бежит выбор. Вот с такими глазами. Я говорю, Оля, ты представляешь? Да, потому что, я объясню почему. Потому что, как правило, премиум-класса блендеров лучшие. Случай 3 насадки. Это смешивает и взбивает. А у нас еще и нарезает кубиком. И 6 различных насадок. Давай тогда посмотрим весь комплект. 6 насадок. Показываю. 6 насадок. Самые главные насадки. Первое. Для приготовления винегрета оливье, приготовление нарезки кубиком для поджарки уха, к примеру, или гороховый суп. Вот она. Насадка идет в комплекте. Такая насадка нигде в других блендерах не идет в комплекте. Да. Только я в нашем. Я даже не видела, чтобы она дополнительно приобреталась. Нет такого. Ни нет. Разу. Это идет только с комбайном. Олег, но при этом я хочу сравнить цены. Друзья, известных производителей все знают, что блендеры вот с таким маленьким комплектом стоят примерно столько же. Вот такой комплект. Выбирайте за ту же цену вот этот комплект, либо огромный
огромный набор с эксклюзивными насадками, которых просто нет в других наборах. Итак, Олечка, следующая. Вот эта нарезка нарезает колбасу, овощную нарезку, фруктовую нарезку, сыр. Вот именно это, слайсы. Вот обратите внимание. Посмотрите еще. Рядом вот эту насадку, которую я держу, нарезает соломка. Что именно? Это селедка под шубой. Это, конечно же, не только селедка под шубой, но и морковь по-корейски. Она в комплекте. Теперь смотрите, кладу, очень важная насадка. Рубит мясо, овощной соус она идет в комплекте. Так, то есть она заменяет мясорубку. Мясорубку, да, потому что, объясняю, здесь очень острые лезвия, очень острые, плюс вихревой поток. Посмотрите, саблевидная форма. Что это нам дает? Вы кладете сюда жилистое мясо, так, вот в эту чашу, ага, которая идет в комплект, закидываете мясо и рубите. На 5-6 котлет у вас вполне хватает. Следующая важная насадка. Вот это для приготовления суп-пюре, крем-пюре. И вот это для приготовления венчика домашнего майонеза. Итак, 6 насадок. 6 насадок. Такого не было предложения. Да, вот при этом, смотри, не просто 6 насадок, а 6 насадок меньше, чем за 4000 рублей. Это очень важный момент. 3999. Ваша скидка 30%. Только представьте, треть цены мы сегодня скинули. Это наша предновогодняя акция. Мы скидываем действительно цены в самый нужный момент времени. Вот, посмотрите, сколько предметов. Весь набор со скидкой в 30%. Итак, Оля, давай расскажу. 6 разных насадок, друзья мои. Насадки для приготовления вигаринета, оливье, поджарки. Еще раз напоминаю, здесь насадка для приготовления моркови по-корейски, для приготовления селедки под шубой, для нарезания овощной, мясной нарезки, для приготовления крем-супа, суп-пюре, приготовление тестомес тоже есть здесь. О. Конечно, это важно. Жидкое тесто для блинов. Первое, второе число рекомендуется выпекать блины. 1-2 января. Кстати, здесь это упрощается процесс, потому что 1200 ватт мотор легко измельчает однородную массу теста. Отлично, друзья. Но в преддверии Нового года это действительно та новинка, которую, наверное, каждая хозяйка искала, каждая хозяйка мечтала о ней. Если нас сейчас смотрят мужчины, я очень хочу порекомендовать взять такой подарок своей женщине. Она будет несказанно рада. Представьте себе только, не нужно ножом стоять, стругать очень долгое время нарезки, да, колбасную, мясную, фруктовую, сырную и так далее, овощную, и не нужно стругать салаты. Все быстро и легко.